Рекомендую, ребята, вам подписаться на канал Танкист Назик. Это канал начинающего летсплейщика по танкам онлайн. Здесь он записывает видосы, все различные рубрики, то есть спаси голды, в большей степени найди минки и так далее. Еще раз, ребята, повторюсь, канал начинающий, так что давайте его поддержим просмотром и лайками, и также подписками. Ссылочка на него будет в описании. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов, тогда ставь лайк данному видео, подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником, более подробная инфа в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами, ребята, записываем рубрику проверки на прочность. Сегодня в роли, так сказать, проверяющего аккаунта у нас будет iCloud. Напиши там в чатике всем привет, всем hello, а ты как-то любишь, просто молчаливый у нас чувачок. Вот он, ребята, будет записывать тоже от своего канала, от своего имени, так что можете это все дело посмотреть у него на канале. В принципе, у меня сабоксов там есть. Давайте ВКонтакте я выключу, чтобы никто не флудил. Вот, и с нами сегодня я буду, ребята, в роли М0. Со мной также будет Лёшка, Жека, Диман. И вроде всем бы привет. Все. Всем привет. Всем привет. Вот, короче, и да, это в конфе, который, ребята, люди, вот эти вот люди мне помогали, соответственно, у нас здесь будут голдики, все, короче, четенько и выражительно будет. И, ребят, давайте набираем косарь лайков под этим видеороликом, и мы сразу же начинаем снимать следующий выпуск данной рубрики. Так что давайте перезаход. Вот, перезаходик оформим, и, в принципе, сейчас, думаю, у нас будет все четенько. Правила, я так думаю, ребята, вы тоже все знаете. Вот как обычно у нас, кто-то не перезайдет, это Рома777. Почему? Выйди, выйди, Рома. Во, просто вышел. Топовый чувак. Рубрика, ребята, у нас простая. iCloud у нас разрешает нарить только лишь ДАшку, без аптек, без ничего, без мин. Ну, а нам, соответственно, можно нарить все, и нам нужно поскорее бы его убить, завалить. Большой мостик. Большой мостик? Окей, возле аптек. iCloud, ты у нас не можешь дроп подбирать. Вообще, не дроп, ничего не бери. На тебе. Да-да, все, есть, убили. Но он, блин, он убил двоих чуваков, это опасно. Смотрите, у нас, ребята, суть какая. Мы его бьем до 10 минут, потом, если он нас убивает больше раз, чем мы его, то это будет печально. Он нас потом будет на фул нарке, на голдах просто сливать. А это, знаете ли, не есть хорошо. А где он старится? Он где-то за домик залез и сидит, короче. Да-да, по-любому. А сколько у него времени? У него время ограничено, да? Да, смотри, я кладу до 5 минут. До 5 минут тебе нужно продержаться. Давайте, пацаны, насилуем его. Он между домиком там стоит. Да-да. Не подъезжайте близко к нему, наоборот, до дальнобойных пушек его просто фигачьте. Он сейчас сам себе навредит. Счет уже 2-2, ребята. Так что думаю, просто офигительно выражительно. Поэтому я не знаю, почему-то думаю, что все-таки мы сейчас затащим. Так, где он? Он вроде сзади. Он сзади за домиком с маленького моста прыгать. Ну кто там? Ну папа, зачем ты мину поставил? Папа, зачем ты поставил мину? Нихера себе, его же прикиньте, М0 сфигачит. Да! Офигеть. Он один на один отхерачил его. Вот это, кстати, сейчас был довольно на фрезе, опасно. Да. Да, но на фрезе, в принципе, с наркой, ну, да, это реально. Но, да, ну, ребята, вот, да, около, да, маленького моста там же. Около маленького моста хорошо. Хорошечно, ребят, просто хорошечно. Ну, я не вижу. Я его тоже не вижу. Это большой мост, а не маленький. В смысле? Бля, ну. Ну ты джек вообще, ну ты джек. Эй, Лёшка, ну что это сейчас был за мат? Вот мне наоборот подписчики пишут: Вайдер, бери пример с Алексея Бигтанкса, он не матерится у нас. Так я не матерился. Пересмотри, пересмотреть хорошо, ребята. Если Лёшка не матерился, я вот обязательно на повтор это еще забабахаю. Да не, ну может у меня вырвалось, блин, это было, блин. Блинти, да? Блинти, ну оно бывает, блинти. У меня просто, знаешь, я, короче, это, цепеляви, у меня блинти получилось, как ты понял, что. Блинтик, бред. Простите. Да, iCloud, а ты думал, что, все так просто? Вот я тот раз на Викинга Громе думал тоже, что все просто, но я там выиграл буквально с одним киллом. Это ты даже на мамонте хрен бы что-то, наверное, сделал бы. Я в натуре, сложно. Я выиграл тупо с одним киллом, это вообще было так нереально сделать, что просто обосраться. Так что вот такие вот дела. Так, ладно, давай iCloud, короче, у тебя есть за все время где-то... Давай аптеки 3 ты можешь снарить. Вот прям четенько можешь аптеки 3 снарить. Чтоб все было вообще просто по фасту. И о чем он-то... Ай-яй-яй-яй! Вот сейчас на мне он килл сделает, да, на мне он килл... Нет, он на мне не сделал, потому что меня другие добили! Вот это, кстати, нормальная такая тема, слышишь?
То, что меня добивает не реклама. Я просто команду создавать и все. Нужно команду, думаешь, создавать? По сути, неправильно. Чувак, у него и так ограниченные, так сказать, возможности. А тут он еще добивает свои же. А, ну да. Ему килл не добавляется. Это у всех залагало или только? Да, да, у всех абсолютно залагало. У меня 500 пинг. Нормальный, адекватный пинг в танках онлайн. Чего ты удивляешься, Алексей? Ты не привык еще к такому пингушечке? Скажи пока. Это просто самоунижение. Мне кажется, iCloud сейчас просто забомбит. Скажет, это нереально сделать. Ладно, iCloud, давай в Нариот последний раз и ДДшку, и ДАшку. Вот что все было четко. Вот, ребят, прикол в том, что все шафта так апнули. Да, кстати. Почти, у тебя М4 почти, да? Кто? Этот викинг, да? Он вкачан, у меня еще на 30 шагов. М4 викинг. Я М0 шафт с ДДшки у него снял. Практически все хп ты у меня почти снял. Не больше половины, а практически все. То есть, на секундочку, и у меня осталось писюлечко. Да даже одна тысяча. Миной. Миной его слил. Он меня сейчас убьет. Это хорошо, точно. Это хр... Давай перед... Да хоры мины срать там. Его так никто скинул вообще. Мне кажется, или М4 у нас сейчас жестко будет. Короче, iCloud, нарь, все. У тебя есть последние секунды, нарь, все вообще, что есть. Последние секундочки есть. В принципе, последняя секундочка есть. Да, нарь вообще все, что хочешь. Все, что можешь, вот, то и нарь. Там же. Да, да, я вижу. Бутылка, еще и нарь. Победа. Нормально. Ай, у нас минус, у нас потери. У нас лютые жесткие потери. В наших рядах. Клауда нет шансов. Да смотрите, даже когда он все нарит, короче, он все равно не выиграет. Нужно было, походу, замутить, чтобы он все. Не, хотя смотрите, он себе довольно-таки нормально поднял. Так, все, получается, что, у нас iCloud проиграл на таком вооружении. Да, это вообще топово. И теперь, ребята, он нас, получается, не бьет. Но на самом деле я так и хотел, чтобы один разочек произошло, чтобы, так сказать, у нас те, которые защищающие, ну, по сути, М4, они проиграли. Так что давай, iCloud, кидай у нас сразу, получается, по 3 голда, а мы их будем пытаться словить. Раз голдик, два голдик и 3 голдик. Вот, короче, сразу одновременно кидай, iCloud. Так, есть. О, один голд я, кстати, вижу. Я тоже один вижу. Угу. И знаете, кстати, ребят, прикол в том, то, что iCloud-то нас бить не может. Он не может нас бить. Он не может бить? Не-не-не, он же нам проиграл. Хочешь, я тебе подсадку сделаю, потому что мне на этом аккаунте голды не нужны? Давай. Ай, да кто меня бьет? Не знаю. Точно не я. Мамой просто клянусь, не я. Мамой клянусь, смотри, не я. Смотри, ой. Это вот собака. Ой-ой-ой. Все, меня чпокнули. Потому что у меня ни навки, ничего не было. Ой, один, ребята, голдик летит. Один, кстати, на центре. Я, походу, ни на тот не успею. Вот это просто печальная печаль. О, давай, выталкивай. Ну, слушай, смотри, собака взял голд. Вот это один тот, который неадекват еще. Да. Так, ладно, первые 3 голда взяли. Давай, Клаус, следующий запускай. Я же знаю, ребят, опять же, мне рубрика нравится, то есть довольно-таки что-то прикольное, что-то необычное, вроде того, что придумал Лёшка, но с такой вот некой изюминкой. То есть, да. Довольно-таки прикольно. Не знаю, мне нравится. Один, короче, на маленьком мосте. Я, наверное, буду пытаться взять один, его. Один, кстати говоря, в яме посередине. В яме посередине? Блин, а да. Вот я даже теперь не знаю. То ли в яму, то ли на этом мостике. Один, кстати, походу на большом мосте, потому что там все трутся что-то. Не-не-не. Это не так, да. Яму получается? А, нет, да, все, я понял. Да что ты делаешь? Вот, смотрите, мне нажимаю. Блин, у меня, кстати, здесь вообще никого нету. А, нет, уже, блин, набежали. Уже скоты набежали. Да тихо! Ух ты, нихера себе, Расим отжал. Ну, конечно. А, два голда! Два голда! iCloud у нас отжал. Ну ты iCloud, сучарка такая. Тебе нельзя отжимать голдики. Хотя, в принципе, то, что он у нас так жестко проиграл, один, в принципе, можно. Вот, один можно. Так, ладно, давай, iCloud, еще у нас 3 голда, и потом, получается, последний завершающий. Сейчас 3, и потом еще один будет. Вот как раз-таки, ребята, на одном, там будет прям очень жесткое мясо, и я считаю, просто будет жесть. Один меня подвезли. Между ямами. Один серии между, да? Так, наверное, давайте я сейчас самоуничтожусь. А, кстати, говоря, а у нас это нарко убралось, вот эта дебильная, которая была экспериментальная. Да, это на самом деле хорошечно. Очень, ребята, хорошо, потому что до этого, вот, выходные, да, казалось бы, выходные. Мы проводим стримчики, как бы, с подпсонами угораем, и нарко это просто жесть. Это ты четвертый сбросил клауд? Или что, или нет? Третий, слава тебе яйцам, это хорошо.
И это на самом деле хорошо. Ну а тебе по щам. Лучше папа-мама берет. Ну а тебе по щам. Папа-мама. И давай. Ну, хотя бы нет. Блин, вообще ничего не получается взять. Это просто, ребята, GG. Ну, да, на М0 это жестко. Это очень жестко брать эти голды. Это просто забей. Тем более, когда такая толпа. Знаешь, что сразу вспоминается? Вроде бы звонки большие, вроде бы все круто, а М0. Ух ты, нихера себе. Это как вообще так было? Как будто он, знаешь, читами какой подлетел. Ага. Некоторые... А кто на М2 катается? Кто-то... Нет, вроде все на М1, там максимум. Ну, у меня пушка, ребята, М1, потому что не было ничего. Так, ладно, давай, Клауд, у нас последний голдик, и уже будем завершать данную рубрику. Ну, я думаю, опять же, ребята, вы наставите у нас кучу лайкосиков. О, в яма. Чисто яма. Яма. Так, что-то у нас Жека отлетел со скупика. Ну, думаю, ничего страшного. Так, я, короче, вот здесь сбоку постою, ничего вообще не буду делать. Ох ты, меня, братишка, подсадишь? Давай. Ща. Кс-кс-кс. Подсади меня. Пш. Подсади. Подсадите. Да подсадите кто-нибудь. О! Ой, ну зачем он бьет? Ну не бей. Ах ты, сука такая, мама-папа. Это еще сейчас он возьмет. А, не, не он. Фига. Это хорошечно. Фига, если он залетел просто. О, 11 голдов. Да нет, вроде было 10 голдиков. Ну, короче, ребята, вот такая у нас рубрика получилась. И надеюсь, она вам очень сильно понравилась. Если так, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, кто-то еще не сделал. Также подписывайтесь на канал Лехи, на канал iCloud, на канал... Кого там? Димона подписывайтесь. Короче, на всех каналах подписывайтесь. Ну, а с вами был Вайдер, Леха, Димон и iCloud. Всем пока-пока. Всем пока. Всем пока.